Всех приветствую на канале и доброго всем времени суток. С вами опальный машинист. Рад вас видеть. Продолжаем серию роликов по VL10K. В этом ролике будет смена кабины, ошибки и прицепка локомотива к составу. В данном случае мы опускаем токоприемники, выключаем БВ. Включаем преобразователь, тумблер, компрессор, вентиляторы, чтобы сменить кабину. Переводим на сигнализацию локомотива буферные фонари. Со стороны помощника должен гореть белый. Но тут проблемы с переключением тумблеров, не очень хорошо отвечают на нажатие, поэтому это немножко геморройно. Да, выключаем прожектор, он нам не нужен. Переключаем настройки тяговых электродвигателей на 0. И вынимаем реверсивный ключ. Переводим кран поездной 395 в экстренное положение, поднимаем ручку блокировочного устройства 367, выключаем ключ ИПК. И хочу вам показать первую ошибку при смене кабины, это забыть выключить дисплей. Что будет? Ну, выключим радиостанцию, она здесь нам не нужна. Так, мучимся с буферными. Так, так. Ну ладно. Вот кое-как вроде бы переключил. И давайте сейчас, чтобы показать, что будет, если вы забудете дисплей, сменим, пойдем в другую кабину. Так, в этой кабине осталось только выключить на панели автоматов тумблер КУ. Автомат КУ. Вот он, самый крайний. Меняем кабину. Пойдем через улицу. Горит со стороны помощника буферный. А, здесь ничего не горит. Я сюда не бегал, включай. Заходим в кабину, закрываем двери. Все-таки не в лифте. Включаем здесь тумблер автомата КУ. Включаем LSN. Приводим систему клуб в работу кнопкой P1, вверх стрелочка, 1, вверх стрелочка. И вот загорается допустимое ограничение скорости 25. Соответственно, мы увидели, что какая-то фигня. Вернулись в первую кабину. Пытаемся понять, что причины. А причина у нас прям перед носом. Это не выключенный дисплей. Посмотрите на стрелки амперметров, они сразу выдают. Это какая-то лажа. Почему? У нас рога опущены, а токи необъяснимо почему-то растут на тяговых электродвигателях. И все, вот выключили мы пульт управления, дисплей. И у нас токи все упали. Соответственно, здесь включился тумблер дисплея. Это, пожалуй, такие самые распространенные ошибки, когда меняете кабину. Ну а здесь повторяем все те же самые действия. Поднимаем токоприемники, БВ, нажимаем возврат БВ, пока надпись на дисплее не погаснет.
надписью БВ. Ну да, S. Не проходит. Оп, все, да, получилось. Вот, только приемники поднялись, видно напряжение на киловольтметре. Включаем преобразователь, компрессор, вентилятор. Асигнализируем локомотив, включаем буферный фонарь. В маневрах со своей стороны машиниста белый. Опять переключился не так, красный. Выставляем настройки токов на тягу электродвигателей под тормозной. Так, 400 ток моторный, 300 тормозной. Ну, в общем, на средние настройки. Вот все, переключили буферный. Отпускаем локомотивный. Опускаем ручку блокировочного устройства вниз и заряжаем тормоза. Видим, зарядка пошла. Ну и, соответственно, чтобы не укатиться, зажимаем локомотивный. Ну все, тормозная магистраль зарядилась. Вставляем ключ реверсора в положение вперед. Соответственно, после смены кабины желательно бы проверить взаимодействие кранов, что мы сейчас и сделаем. Сейчас ПЦ опорожнится, делаем ступеньку, ступень торможения, угу. Есть наполнение тормозных цилиндров, значит, краны взаимодействуют. Тормоза есть, и это хорошо. Ступень торможения где-нибудь так 0,7-0,8. 0,5-0,6 тоже сойдет. Ну и все, начинаем движение, сборка позиции также кнопкой 1. И, соответственно, проверим 3,5 работу вспомогательного тормоза после смены кабины. Продолжаем движение уже под состав. Видим, маневровый М6 белый и понеслась. Чуть-чуть ускоримся. Че нам долго тут смотреть, как ехать. Ну вот, и мы подъехали к нашему составу. Делаем остановочку за 10-15 метров от состава. Сейчас ваш там мимо помощник пошел. Продул концевой кран, резервуарчики, убедился в автосцепках. Ну и продолжаем дальше, выполняем сцепление. Соответственно, прицепляемся со скоростью не более 3, обеспечиваем планы сцепления автосцепок. Отпускаем вспомогательный тормоз. Свисточек дадим. Подъезжаем. Аккуратненько, аккуратненько. Вагоном путеизмерителем. Опа, прилепились. И тормозим.
все. Прицепка к вагонам осуществлена. Порой в этом симуляторе, если мягко там на скорости 0,1 км в час подходить, то не сцепляются. Тренинг где-нибудь так на 2 км в час всегда хорошо все получается прицепиться. Ну и собственно опять меняем кабину. Включаем токоприемники. Опускаем их. Включаем БВ. Включаем преобразователь, компрессор, все как и в предыдущий раз делали, вентилятор. Включаем настройки тяговых электродвигателей на 0. Буферный в этот раз не будем трогать, слишком заморачиваться. Ай. Ну ладно, как получится. Включаем прожектор. Радиостанция нам уже не нужна. Ставим кран 395 в 6 положение экстренное. Ну и вынимаем блокировочную ручку 397. И в этот раз мы покажем другую распространенную ошибку. Это оставить ключ реверсивной в пульте оставляемой кабины. А в этот раз выключим дисплей. Ну, оставим ключ. Что будет? Пока так осмотрим вагоны. Раз скажу, там один вагон не с прописанным ЭПТ, а другой с прописанным ЭПТ. Поэтому будет сразу показана реакция, как видно это. Включаем здесь КУ в этой кабине. Включаем МПК. И понимаем. Пока ничего. Включаем дисплей. И вот начинается вот ханалия. Сейчас пока не видно, поднимаю только приемники. Как правило, всегда так и получается. Забудешь ключ, начинаешь уже делать действия, а на показатели токов моторных и не обращаешь внимания. А они вон там, обрати внимание, растут. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот. Признак, что вы что-то сделали не так. И что для этого придется делать, чтобы это устранить. Возвращаем все в исходное положение. Выключаем, идем в оставленную кабину. И вынимаем этот ключ. И включаем дисплей. ПК, КУ. Все, опускаем только приемники. Здесь КУ выключен. Ну и в принципе на этом все. И бежим в соседнюю кабину. Потому что без этого не перевести обратно. Не вынуть этот ключ реверсивный. Приходится здесь обратно вернуться в кабину, включить КУ. И только после этого реверсивный ключ вынимается. Все. Проблема устранена. Возвращаемся в рабочую кабину. Включаем здесь КУ. Закрываем двери, мы не в лифте живем. Включаем АПК. Вставляем ключ реверсивного барабана. Ну и поднимаем токоприемники. Вот видим, теперь больше этой вот ханалии нету. Включим дисплей.
И все стрелки у нас опускаются на 0. Все, стрелка опустилась на 0. Продолжаем включать вспомогательное оборудование. Образователь, компрессор. Поднимаем токоприемники. Включаем БВ. Делаем возврат БВ. Включаем вентилятор, выставляем настройку токов. Ну и сигнализируем локомотив двумя буферными фонарями, так как поедем поездом вперед. Включаем радиостанцию. Опускаем кружку блокировочного устройства и заряжаем тормоза. Зажмем вспомогательный тормоз. Вдруг мы на подъеме, чтобы никуда не укатиться. Ну и когда мы зарядили локомотив, пойдем откроем лицевые краны. Подходя к вагону, к автосцепке, нажимаем M3, и нам появляется вот такое окно, где будет открыть лицевые краны, соответственно, дали давление в состав. Открыть на локомотиве, открыть на вагоне. Включите ПТ. На локомотиве и на вагоне. Сейчас примерно покажу, что бывает на вагонах, где не прописаны ЭПТ. Вы подходите к автосцепке, нажимаете M3, и у вас только вот две записи об открытии кольцевого на одном и на другом вагоне. Но так как мы все-таки уже едем с пассажирскими вагонами, включаем автоматы АЗВ по ЭПТ. Как в первой, так и во второй секции. Ух ты, аж прописано, что компрессор крутится в вентилятор. Красиво прессует. Ну а на этом все. Спасибо, что были на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь, будет выходить еще ряд видео интересных. Пишите комментарии, что хотите увидеть, что вам хотелось бы услышать, чтобы я рассказал о реальной железной дороге, что здесь в симуляторе. Ну а на этом все. Спасибо.